Здорово, ребят. Зазвоните как могу. Могу изменять освещение. Могу, конечно, менять цвет освещения. Наконец-то я взял эту штуку. Я, наверное, возьму, так как у меня вокруг теплый, я, наверное, лицо освещу холодным. И чуть меньше вот так сделаю. Короче, это будет видос. Я уже забрал лотиться только что. Вот, выбил себе квест. Буду одновременно выполнять этого квеста на Броболу на Отиса, так же, как и на двух других аккаунтах. И здесь я хочу сделать небольшой open case. Но сначала мы зайдем сюда. Зайдем вот сюда. И сделаем вот так. Опа, не хватает чутка, ладно, сейчас. А чего там не хватает? Очков силы, да? А, нет, голды. Как раз таки голды. Так. А, так если голды, то... Ну, это до восьмой, а до девятой же не хватит, да? Да, до девятой не хватит, то есть нам все-таки нужно больше очки силы, чем голда. Поэтому мы... Вот так вот, оп. А голду мы сейчас возьмем очень быстро. Хули ты не тыкаешься, блять, паскуда. Так. Голду мы возьмем вот отсюда. Погнали. Если сейчас еще кого-то перса выбьем, то почему бы и нет. Я типа не против. И да, видите, какая стабилизация? У меня две руки. Типа я могу делать вот так. Хо! Хо! Ща! Жми-жми. В общем, кайф, кайф. Очень крутая поставка под телефон. Нихуя себе, вот это да. Кого же мы выберем, интересно. Так, нам нужна голда, да? Да. Пока голды падает не особо много. Вот, хорошо. Так, давайте посмотрим, сколько у нас накопилось. Уже есть ли 800? А, еще нет. Зашибись. Погнали дальше. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так. Ну, пока что этот вроде всю голду собрал, поэтому... Давайте откроем мегу одну. Ну, перса там, скорее всего... Опа, нихуя! Старочка! Отлично, отлично. Старочка на полка, это приятно. Это приятно. Так, ну теперь... Вот так вот. Если я выбью сейчас старку на этого пиздюка, это будет отлично, просто отлично. Так, как видите, мне теперь нужна и голда, и... Ну, короче, мне не хватило. Я дурак. Знаете, почему я дурак? У меня было очень много ресурса, и я сделал все, что сделал. 2330 старпоинтов сюда. То есть он, у меня Сэнди уже 11-й. На него это максимум. Больше никак нельзя на него очков силы докинуть. Это максимально, то есть он 11-й. Просто нужна теперь голда на него. Но я жду, пока мне выпадет эта вторая легендарка. Вот, чтобы вы понимали, вот сейчас пытаюсь Сэнди, тыкнуть на Сэнди, видите? У него уже фул. Давайте мегу. Предмета нету никакого. Голды чуть-чуть. Так. Никаких предметов. Что там по баблу? О, все еще. А у меня есть вообще 9-й персон, на который может что-то упасть? Ой, да полно, конечно. То есть можно спокойно открывать и не париться. Давайте мегу. 6 предметов. Красненький. Ах ты ж, сука. О, ладно, второй раз вроде скрин сделался. Тут нихуя. Так, ну меги мне пока везучие, мне нравится. Так, 1200, мне нужно будет 1250, да? Да, и еще старпоинтов. Ну, 13 ящиков, что, может быть, сейчас все-таки добьем. Мне нужны штуки от пауэрпоинта, которые можно выбирать. Второй перс. Да что ж мне так со скриншотами сегодня не везет-то, блядь. С персами везет, со скриншотами нет. Бля, хорош. Тупо все, что было в ящике, то, что мне нужно. Мега. Предмета нет. Старпоинтов нет.
Очень грустно. PowerPoint, извините, это прям было бесполезно. Мега, бля, 14, ну это, конечно, какой Джесси. Это поможет очень сильно. Смотрите, как хопа, и сразу 9 стал. Жалко, я думал, выбью какой-то старку или гаджет, но в итоге я проебался очень сильно с этим открытием. Зато у меня Сэнди 11, не так уж и жалко. Можно было бы, конечно, не открывать сейчас ящики, а подождать, но в любом случае мне может выпасть старка на другого перса, и, как видите, я не зря открывал, потому что у меня было 2 перса. Старка бы, конечно, лучше, но... Короче, открытие все равно не бесполезное. Предметы есть, дроп есть. Но вот, блядь, Отиса 9 нету. И это прискорбно, очень обидно и досадно. Все, мы все открыли. А что у меня на прошлом сезоне не открыто, бля? А, ничего, у меня на том аккаунте нет таких запасов. Ну что ж, вот он, 8-й Отис. В принципе, очень даже неплохо. Вот у меня... Сэнди 11, который будет единственным, когда выпадет легендарка. Вот у меня наконец-то Пока. Правда, не вот это вот, но это еще нужна будет. Но хотя бы хоть какая-то старка у него есть. Дэрил пока нулевый. Я бы ее качнул, но мне нужно просто пауэрпоинтов и будет 9. Просто немножко не хватило. Немножечко не хватило. Хотя давайте сейчас по приколу откроем здесь мегабокс. Может быть, здесь выпадет там, 150 пауэрпоинтов на выбор. Голды неплохо. Предмет какой? Пригодится, пусть будет. К сожалению, пауэрпоинтов, которые мне нужно было, не выпало. Ну и не выпадет, судя по всему, да. Все, это был последний шанс. Ну, бля, осталось 150. Это не так много. Вот, рано или поздно упадет. Давайте заценим, есть ли у меня какие-то запасы на других аккаунтах, которые уже можно открыть. По ленте мы полностью открыли. Дальше буду выполнять квесты, и следующие я либо просто буду открывать без записи, либо поднакоплю до следующего открытия. Тут нихуя нету открывать. На молоке я не помню, кстати. И да, мы прошли СПУ тремя аккаунтами одновременно. У меня теперь 3 аккаунта пройденных. По ленте... Короче, да, вот, ну по аватаркам можно посмотреть. То есть вот сейчас клуб. Вот, Русни пизда прошла, молоко прошла и свято прошла. Yes. Очень круто. Так, пин кайф, да, пин хорош. Целый один ящик, ну, короче, у меня нихуя... Нет, этот ящик я оставил на потом, то есть тут тоже ничего. Ну и тогда посмотрим свято. И, скорее всего, на ней буду продолжать сейчас играть, потому что я хочу в первую очередь выбрать все квесты на основе. Само собой, может быть, сделаю, когда выполню квест, если мне там наберется ящиков 10, запилю прям микровидос. Ну что, мало ли, вдруг мне будет легендарка, я это не сниму. А здесь у меня, как видите, есть 9-й Отис. Здесь мне всего хватило. Здесь у меня более того, не просто 9-й Отис. Здесь у меня уровень силы сейчас поставим. Смотрите. Ну, во-первых, да, это днище, которое я пока не качаю. 52 бойца все-таки. А вот это вот, 3-11, ворон будет единственным скоро. Я мог сделать либо его 11, либо Отис, а я выбрал Отис, у меня было 3к голды. Вот, теперь мне нужно накопить 3к голды, и, ну вот, Отис есть. Дэрила сделал. Следующим будет, наверное, Фрэнк или Биби. Либо же, знаете, я всех персов сделаю 7-ми, и буду постепенно выбивать на них гаджеты, а потом постепенно выбирать персов, которые буду с 7-го поднимать на 9-й, а с 9-го на 11-й. Вот, начну с подтягивания всех персов, чтобы ближе быть к фулл аккаунту. Ну и, понятное дело, перцов, которые я прям очень люблю. Например, когда на Лолу соберется фулл очки, я потрачу 3 голды, 3к голды, и потрачу сразу на 11, а не на 10. Также с Евой. Ну, короче, вот как она будет набираться. Может быть, я даже потратил бы сейчас, но я все-таки больше хочу Кроу. И хочу на него, конечно же, старку. Причем желательно обе. Ну и снаряжение, понятно, где второе поставить. Вот. Ну и коплю на него старпоинты на скин. В принципе, вот как бы и все. И да, у меня уже 41 уровень получается. Вот. И надо добить вот до вот этих вот пауэрпоинтов, до 500-очки. И тогда, в принципе, можно делать открытие. Я постараюсь...